Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть в игрушку Blood West. В прошлой серии мы чем занимались? Мы, во-первых, взяли артефакт Форти, потом пошли в шахты гулять, полностью здесь зачистили локацию, всех, кого можно, мы здесь с вами уничтожили и захватили еще один артефакт. А кроме этого, мы также в этой шахте нашли с вами большого монстра и благополучно его убили, что не может не радовать. Ну, выглядел он довольно-таки опасно, в итоге, оказывается, ему одного динамита за глаза за уши хватает, чтобы помереть, что не может не радовать. В общем, погнали, сейчас отдадим артефакт, да, нашему этому духу, или кто он там, и пойдем думать, что будем делать дальше. Так-то, в принципе, у меня есть планы сходить под мост, там тоже была какая-то шахта, или же мы сейчас сделаем кое-что другое. Я помню, еще где-то здесь был недалеко один большой монстр, которого я, возможно, хотел бы тоже убить. Благо, у нас есть динамит, и я понял, что одним динамитом можно этого монстра убить. То есть все, что от меня требуется, это банально попасть этим динамитом по этому монстру. И мы, возможно, с вами сейчас какие-нибудь вкусняшки залутаем. Что, собственно, очень даже не помешает. Так, давай сначала квест дадим. Even we cannot penetrate the unnatural darkness laying in pools around here. The cursed gold itself. Was it tainted by the dark from the very beginning, or did it obtain its evil nature by other means? Wait, what we know is that it used to lure mortals, corrupted by greed, into the darkest parts of the old mines, leading them to their deaths. Imagine that. A glint of gold in the dark. You follow it, and either you fall into a deadly pit, the roof falls on your head, or something as terrible happens. And never again could you catch even the glimpse of that accursed gold. Ну да, довольно-таки на самом деле такая штука. Охота и озолотиться, а в то же время и погибнуть можно. Опасненько. That's it. Коварно. You have given us enough of the wicked essence to discover the root of the curse. Yes, indeed. We can almost taste the filth. Your goal lies deep underground. Search it in the canyon and take this. This will allow you to enter the hidden place that is home of the evil. А, меня, возможно, кстати, сейчас туда отправят, куда я хотел сегодня отправиться, да? But there's more corrupted gold in this land. If you manage to find all of it, we will be able to help you in a more substantial way. It's your decision to make, whether you will continue or face the evil now. Я так понимаю, это путь к боссу, нам лучше получше подготовиться, поэтому, наверное, поищем с вами еще какие-нибудь вкусняшки, да? There's something foul in the ancient burial site near the town. Tread lightly. Anything else? We know not of its shape, but roots. Here's what we can tell. When gold has been found by the army men, their eyes shined with greed, and soon they put all the power they had into digging deeper and deeper. They had no issue with using others doing the work. First criminals, later anyone who got unlucky. The bodies of their used tools ended up on a blood pile at the bottom of a pit, and from it the evil arose. This is the source of corruption. This is the humanity's dregs. Понятненько. Так, получается, что у нас по квестам? Ага, смотрите. Отпечать имя, я могу войти в логово зла и положить ему конец. Или же нужно отыскать захоронение рядом с городом и найти затаившееся там зло. Вот это мы, наверное, сейчас пойдем выполнять. У нас как раз там по пути с вами, я хочу вот здесь вот где-то монстра убить, если не ошибаюсь. Я довольно-таки плохо помню, но вроде он где-то тут находится. В общем, планы имеются. Так что давайте сначала выполним, ой, точнее сдадим все то, что налутали. А налутали мы довольно-таки прилично с вами. Даже не знаю, что стоит продавать, а что нет. Так, зря я эту монетку продал. Ну ладно уж. Что сделано, то сделано, да? Так, мы с вами, кстати, да, у этого монстра еще сердце забрали, которое восстанавливает ХП по КД. Конечно, у нас ХП в принципе меньше стало на 10, но это на самом деле не так страшно. Это, в принципе, мне не надо.
Это я все продам. Записки не нужны, это нам не нужно. Это, наверное, тоже все продам, слишком уж много бухла у меня что-то. Это больше не стакается, давай это тогда тоже все продадим. Так, и что у нас с вами остается? Так, давайте еще в сумочки залезем. Ага. Мы сейчас с вами озолотим. Фига, у нас уже 2000. Вот это я понимаю, полутался так полутался. Давай это тоже продадим. У нас там есть в закромах, да? Да. Отлично. Тут что-нибудь есть? И тут, кстати, есть лут. Ну, вообще кайф. Причем лута здесь довольно-таки достойно. Мы это все дело с вами продаем. Давай монетку тоже продадим, ладно. Чё ж нет, если уже да. А, ну и пока что, наверное, все. Мы сейчас все это дело отсортируем. Мы сейчас все это дело отсортируем и пойдем с вами выдвигаться. Да? Так, в первую очередь открыть контейнер. Я хочу застакать патрошки, которые я насобирал. И, возможно, стакать не хочется. Ну, кстати, было 15, стало 16, да? Вроде да, стало больше места. А, давай застакаем. Фиг бы с ним. Патроны никогда лишними не будут. Оставлять их здесь, чилить, отдыхать, мне кажется, такая вся история. Поэтому давай мы вот так вот сделаем и вот так вот сделаем. Серебряный малька. Да, вот это мы возьмем. Так, а это все мы сейчас на все-таки скинем. Сейчас только вот так вот стак запобахаем. Все, все оставшиеся патроны и, наверное, попросился вызвать тебе безопасную зону. Это тоже сюда, это такой безопасной зоне, тем более можно ее взять. О, у нас бинты теперь по 4 стакают, тут вообще кайф. Давай это чило тоже сложим. Потом на босса пойдем, возможно, заюзаю, будет видно. Пока такой необходимости нету у нас с вами. Так, я что хотел сделать? Я хотел сюда телепорт закинуть. Один, наверное, стоит продать. Или вот можно не продавать, деньги у нас есть. Можем сюда просто закинуть, да? Так. Даже не знаю, как поступить. Давай, наверное, продам. Не знаю, мне кажется, я не буду пользоваться этой фигней. Она просто так у нас в инвентаре лежать будет. Так, есть какое-нибудь задание? Нету. Все, мы отсюда уходим. Делать нам здесь больше нечего. У нас есть дела. В первую очередь, да, у нас есть динамит. Надеюсь, я первым же динамитом попаду без каких-либо трудностей. И все у нас будет хорошо, да? О, тут даже труба есть. Я помню, что здесь кухня с этой стороны. Как все сделано? Реалистично. Качественно, качественно. Игрушка вообще сама по себе довольно-таки приятная. Мне вообще вот никак не устаю от нее. У меня есть такая проблема обычно с играми. Я очень быстро от них устаю. Вы могли заметить на моем канале. Если я не вижу вашего актива, да, допустим. Или же, в принципе, мне игра довольно-таки сильно наскучила. По причине того, что относительно однообразный, или, в принципе, мне неинтересный особо геймплей, я ее буквально скипаю. И мы с вами идем играть во что-то другое. Здесь такого у меня нету. Я прям с кайфом сижу, готов исследовать этот мир прямо-таки полностью, потому что разработчик, он как раз-таки хочет, чтобы мы этим занимались, и он всякие активности дает. Ходи, убивай монстров, они не возрождаются, пока ты не погибнешь. То есть есть стимул не умирать, как минимум. Лутать пытаться что-то. Мы еще торговцев по-любому с вами каких-нибудь встретим в будущем. Так, давай пытаться. Должен убить. Того я шотнул. Отлично. Этого мы тоже шотаем. Сиды какая бабазяка, да? Еще одно сердце можно залутать. А, то же самое с него, да, дропается. Ну, можно будет продать. Почему бы нет? Вопрос, что у нас здесь по лузу, что он охранял? Я сюда пришел только потому, что он здесь что-то да охранял, скорее всего. Его, видимо, пытались убить. А, или не его. У кого-то пытались. Томагавк. Ложка. И все, что ли? Ну, что-то... О, бутылочка. Ну, видимо, тут все ради томагавка этого было. Сейчас глянем, что это за оружие такое. Ну, это какой-то топор. Видимо, необычный, какой-то крутой. Тут ничего нету? Нету.
Так, томагавк. Его, кстати, можно поместить в слот. Маленький. Фига. 22 бакса, кстати, всего стоит. 23,50 дамага. Лучше моего, я его, возможно, пока что оставлю. Продавать не буду. Хоть мой нож восстанавливает ХП. Но у меня есть сердце. Возможно, от ножа уже будет довольно-таки мало проку. И стоит его вообще продать. Хотя тут улучшение скрытности есть. Повышение скорости в режиме скрытности. Ну, не знаю. Не знаю. Ладно, будет видно. Мы, кстати, теперь можем... Господи, перекати поле напугало. Мы можем с вами спокойно передвигаться. С луком, стрелять. Потому что у нас теперь ПКД есть хил. Только она попадает, естественно. Естественно, в этой жизни надо попадать. Вот что я не могу, собственно, сделать, блин. Тяжелый случай тут. С моей стрельбой случай довольно-таки тяжелый. Ты серьезно АФК встал? Ну ладно, хоть попал на том, спасибо, да? Так, патроны мы забираем. У нас с вами какой-то амбар имеется. А, тут какая-то ферма. Нам не сюда. Пойдемте по квесту лучше пройдемся. Мне кажется, нас сюда потом еще отправят. Мы сюда обязательно с вами еще вернемся. Пока что пойдем по квесту. Мне кажется, тут все квесты будут связаны с точками этими активностями, да? Так что мы так или иначе сюда еще вернемся. Бедный конюх. Так. А может и не вернемся. Но если что, сами сюда потом придем в гости. Нас ничто не останавливает от всего этого, да, дела. Прыгать не дает. Наверх забраться нельзя. Ладно. Так. Вот там призраки летают, вижу. Но нам вот сюда, да? А, это за хранение. Кстати, нам туда и надо, если не ошибаюсь. Ну, пойдем, зайдем там, где нас просят. Просят нас куда-то сюда, да? Вот так вот прямо идти. Потопали. Какие-то интересные тут, конечно, скалы. Я боюсь что-то пропустить. Ладно, вроде ничего нету, потопали. Я, кстати, опять извиняюсь за то, что видосы выходят довольно-таки редко. Я пока что играю в Path of Exile, я вам уже об этом говорил. Поэтому буду стараться выпускать для вас их стабильно, но... Пока что это все под вопросом, потому что как только наиграюсь, я обязательно вернусь. У нас скоро с вами, тем более, стримы будут проводиться к числу, может, 25-му новогодние. Так что контентик для вас еще ожидает довольно-таки вкусненький под Новый год. Так, тут у нас мост сломался, да? Видимо, конец карты, потому что... Так что как-то вот так вот, в общем-то. Вы уж не думайте, что я вас бросаю здесь. Ни в коем случае. Alas, it's never enough. Так, тут была лестница. Дает ли мне это что-то? Возможно, это значит, что там что-то есть. Хороший, блин, вопрос. Котелок. А? О, стрела. Ну, стрелы мне не нужны. It's never enough. Ну, мы их возьмем, почему нет? Если место закончится, выкину, они довольно-таки дешевые. Так, я не вижу, что там был какой-то лут, если честно. Так, повозка. Повозочка. Так, отлично. Ну все. Ух ты, ёбаный дважды. А не много ли их тут? Блин. Ну, у меня два динамита всего. Как раз два монстра, но я не знаю, такая сестра, если честно. Хотелось бы их обоих убить. Да, говорю, это тяжелый случай. Тут очень тяжелый случай. Ой, фух, было опасно. Так, получается, здесь два больших монстра. Вопрос, больше ли их тут? Если не больше... Я, возможно, даже хотел бы заюзать два динамита оставшихся. Во-первых, это опыт. Мы за это все дело лутаем опыт, поэтому это все дело так или иначе окупается нам, да? Хоть я и потрачу динамит, который я хотел оставить на босса, желательно. Но до босса тут еще вопрос. Долго, возможно, да? Потому что мы вот сейчас опять пошли по какой-то миссии. Так что не факт, что мы пока что встретимся вообще с этим самым боссом. Возможно, нам с вами стоит потратить динамит. А с другой стороны, хотелось бы затестить вообще, сколько выстрелов они в себя примут. Блин.
Давай попробуем. Мне правда интересно, сколько выстрелов он сможет себя принять. Мне просто боюсь за то, что меня, возможно, шутнут нахуй просто. Потому что выглядит он довольно-таки серьезно, агрессивно, неприятно. Ну вот это вот все. Так, мне там что-то говорили про то, что у него где-то слабое место то ли в груди или что-то такое. Помните, мы с вами письмо находили вроде в прошлой серии? Сейчас глянем. Если он на меня сейчас посмотрит. Хотя, блин, рисковать вообще неохота. Давай не будем. Вот узнавать, могу я его убить в пушке, нет. Такая вся история. Вообще ноль желаний, если честно. Я просто вот так сделаю. Вот и вся история. Динамит работает, работает. Ну, я счастлив. Все. И больше ничего не надо. Правда, вот это очень опасно этим всем делом заниматься. Тем более, я не знаю, сколько он дамажит. Если он меня шотнет, я же вообще переисполнюсь. Там все заново надо будет делать. Рисковать из-за ничего, ну, это глупо. Не имеет никакого смысла. Поэтому мы этим делом заниматься с вами не будем. Блин, попасть бы только вот. Черепа тоже охота убить. Раздражают они меня. Попади называется. Называется попады, по мне. Ладно, я хп восстанавливаю, могу до бесконечности стрелять. На самом деле, довольно-таки имбовая штука. Я поближе подойдем, я так не попаду никогда, да? Отлично. Так, и еще один. Но все равно опасненько тут ходить, какие-то тут. Может, монстры еще есть. Ну, никого не вижу. Блять. Фу, а ты не рассказывал, что ты умеешь сквозь стены? Офигеть, он сквозь стену умеет летать. Это новость, конечно. Вот это новость, я понимаю. Так, что по луту? Отлично, что-то есть. Не просто так, я же динамит потратил. Еще что-то есть? Замечательно. Так, я вот тут вроде... Да, вон золотую монетку увидел тогда, когда целил духа. На сохранение тут, конечно, мое почтение. Так, тут проход. Куда нам вообще идти надо? Затаившееся зло найти. А, затаившееся зло это не мини или босс? Будет неприятно, если да. Ну, хер знает, слушай. Звучит неприятно. Меня видит. Блин, еще один здоровяк ходит. Получается, их тут три, потому что здесь еще один есть. Видимо, нам все-таки придется с вами сейчас повоевать немного, что мне подсказывает. Плохо. Ну ладно. Все было от первый раз, да? Зато потом буду знать, что меня вообще ожидать от всего вот этого дела. Ой, блять. Чтобы на ФК встал. Нормально, прям под ноги кинул. Так, еще один готов. Получается, остается последний тип. Нет, их еще... Блин, их двое. Все, меня это вообще не радует. От слова совсем. Динамита у меня... О, у меня, оказывается, еще динамит есть. Но я весь динамит завязаю. Надеюсь, я потом смогу его купить где-нибудь. Я сейчас АФК должен встать, наверное. Угу. Кидаем. Мне интересно, я за это вообще опыт получаю? Я, кстати, не посмотрел. Но 8000 опыта, слушай, это много. Мне кажется, получаю. Кто тут кряхтит? Отлично. Так, тут никто не летает над головой? Да, вроде нет. Захоронение тут, конечно, опасное, блин. Это получается 4 здоровяка.
Раз, два, да, четыре, я три динамита уже потратил. Неприятно. А что он тут ходил? Что-нибудь охранял, может? Или он так, по приколу? А там какая-то херня есть. А как туда попасть? Слушай, без понятия. Там, кажись, кого-то захоронили, и я туда никак попасть не смогу. Да? Уронить эту штуку навряд ли получится, мне кажется. Не, это глупо, она в центре стоит, и никаких подходов нет. Так что нет смысла тут пытаться как-то обходными путями это все дело пытаться залутать. Потом, если сможем как-то на самый верх попасть, глянем, что там за штука находится в центре. Если там вообще что-то есть. Может, там чисто вот эта вот лежанка и все. Лута нет. Все возможно. Блять, вафел, а. Ну, вафел. Ладно, мы с вами по чуть-чуть хиляемся. Еще одно сердце Виндиго. И этих сердец тут, конечно, налутал. Как раз, да, динамиты потом закупить, если можно будет. Я бы с удовольствием динамитами закупился, потому что это очень выгодная штука в плане не рисковать вообще своей жизнью. Потому что жизнь у нас, ну, не одна. Но монстры респавнятся, поэтому можно сказать одна. Я вообще хотел бессмертие пройти. Вот такое у меня есть небольшое желание. Переносит владелец в безопасное место при угрозе смерти. Ну, кстати. Но это может мне и наоборот не на руку сыграть. Если у меня останется, допустим, один хп, я могу убить моба. То есть шанс, что не получится, да? Жалко, бутылки не стакают. Сердца так стакаются. С вами там скилл вкачали. Ладно. Так, остается последний Виндиго, но у меня нету динамита на него. Динамита.нет. Плохо. Не один Виндиго, два Виндиго. Очень плохо. Так, еще нам делать? Хм. Хороший, слушай, вопрос. Пойдем сначала, знаешь, что сделаем? Пойдем на чекпоинт сходим. Я его мимо прошел. Там, видимо, то ли что-то сделать надо, то ли что. Сейчас как раз хпшку просто похиляем. Вот, там сюда надо куда-то. Или это просто, типа, горит, где вход, и там надо самому искать. Кажись, так и есть, слушай. Блин. Он, кстати, может, сверху можно как-то... поверху пройтись, я не знаю. Можно как-то туда залезть? Я хочу... Ай, что-то пятка же чесалась. Хочу туда залезть. Мне кажется, нет такой возможности что-то. Тут есть где-нибудь кроватка. Вон там у фермы, да? Не, на ферму я не хочу идти. Так, спускаться так опасненько. Блять, конченые. Да, его опасненько. И все равно нахуй пошел, а? А надо ж таким быть. Давай хилки возьмем. Давай один бутылек заюзаем. Фиг с ним, ждать, пока отхиляюсь, слишком долго. Не стоит времени, так скажем. Так, и что делаем? Надо убивать Виндиго. Так, это что за... А, это мы тут были, да? Вот тут я Виндиго видел. Угу. И хп сейчас тратить на него. Ладно, пойдет. Так. Отлично. Не знаю, когда я успел стать этим, как это называется, расхитителем могил. Ну, а чё бы, собственно, и нет? Так-то, да? Так, у меня больше нету динамита. Хороший вопрос, что тогда делать? Чё, рисканем немножко в этой жизни? Жив, скотина. А, так они не такие сильные. 4, получается, выстрела с дробовика им хватает.
Фух, я уже раз переживался, что меня сейчас шотнут, потому что, ну, он выглядит как прям какой-то мини-босс жесткий, который может меня шотнуть, потому что у меня ни брони, ни хера, я вообще не понимаю иногда, как тут дамаг проходит. Из-за этого, ну, прям дорожишь своей жизнью, потому что, ну, не знаешь, что тебя ожидает, банально. Сами понимаете, да? Так, ну ладно, мы выжили, это не может не радовать. Пойдемте дальше, мы тогда сможем убить и того Виндиго, раз... Самое крутое, что я сейчас подметил... А, так вот куда нам надо. Тут шумит что-то. Самое крутое, что я сейчас подметил, это то, что они станятся, когда ты им в голову стреляешь. То есть я смогу спокойно убивать их на самом-то деле. То, что я сейчас узнал, это очень хорошая новость. Прям очень-очень хорошая новость. Так. Кинжал. Золотой декоративный кинжал. Кто меня палит? Поближе. А кто меня палит? Ты что ли опять? Нет, не могу. Кажись, да, слушай. Эй, попади называется. Нет, кто-то еще такой еще не есть. Кто-то прям тут где-то слева стоит. Ой, блядь, тяжелый случай. Тут никого нету слева. Нет, нету. Ага. Что-то мне показалось, что это есть. Ну-ка, можно залезть? О, смотри, могу залезть. Ага. Интересная новость. То есть я могу по веревочкам залазить, если захочу, да? Так, отлично. Так, а там что такое? Непонятно. Так, вон туда тоже можно будет залезть по руховочной колонии, а сюда без понятия, слушай. А, там что-то валяется, смотри. Это что такое? А, у тебя хилка валяется. Так, тихо. Не хватало сейчас еще накоцаться. Так, хп мало в этой жизни. Так, что тут? Перо. Перо забираем. Так. Ну, может, тогда, мне кажется, динамит не тратить на Виндиго. 4 патрона или динамит? Кстати, хороший вопрос, что выгоднее? 4 патрона на дробовик или динамит? Это очень хороший вопрос, на самом деле. Сейчас пойдем глянем, что сколько стоит. Нам как раз на задание сдавать идти. Естественно, мы тут сначала долутаемся, я отсюда так просто не уйду. Не-не-не. И вы меня плохо знаете, я отсюда, блин, уйду только когда все могилы обворую, какие только тут есть, имеются. Так, таинственный скальп. Чё? Скальп какого-то бедолаги. На изнанке видны странные знаки и непонятного происхождения. Добавляет 30% здоровья, нифига, неплохо. Продлевает кровотечение и повышает шанс кровотечения. Блин, я бы даже взял. Блин, жалко, что всего 3 артефакта можно мало. Максимум выносливости повышается на 50. Ну вот это имба. Это тоже имба, останавливается время, когда в интерьере чилишь. Это тоже имба. Ну короче, я даже не знаю, что менять. ХПшка лишняя не будет, раз вот такого понятия, как броня, нету. Я, блин, даже не знаю, что лучше. Как поступить-то, блин. Так. А как туда забраться, без понятия? Возможно... Да, я понял. Они хотят, чтобы я... Да, хотят, чтобы я вот так вот сделал. Прыжок, как бы, да? Ну все, мы тут все залутали. Мы молодцы. Остался еще один Виндиго, с которым мы сейчас с вами, естественно, пообщаемся. Кстати, вот у нас было 8000 опыта с чем-то. 10! Слушай, за Виндиго хорошо, да и давай запомним. 10600. Виндиго, наверное, очень выгодно убивать, что-то мне подсказывает. Вон он ходит, ходит. Туда и сюда, и туда и сюда. Давай возьмем наш дробовик. Так, дважды в голову. Сейчас будем тестить, сколько выстрелов в голову надо. Ну, все равно 4 выстрела, даже если все в голову попадаешь, все равно 4 выстрела. Ну ладно, ничего страшного. Перезаряжаем оружие.
Я теперь спокоен по поводу Виндиго. Зря динамиты тратил, конечно, блин, тебе жалко немножко. Ну что ж, страхи поборол, поборол. Теперь точно не погибну от них. Или не буду их бояться, как минимум, что же является плюсом. Так, тут ничего нету. Все, мы отсюда уходим. Я так и не понял, можно ли туда наверх забраться или нет. Вроде, слушай, нельзя. Да, кажись, нельзя. Кажись, такого функционала не присутствует. Ладно. Так, это у нас, я так понимаю, ферма. Ферма меня не интересует. Мы отсюда уходим. Потом, может, по квесту какому-нибудь ферме мы еще вернемся. Пока что это нам все дело не надо. Пойдемте отсюда. Надо сдать квест. Мне кажется, он еще нам квест по-любому какой-нибудь выдаст. Так что с этим проблем не возникнет. Сейчас куда мы с вами еще сгоняем. 100%. Кстати, сколько опыта? Кстати, не так много. 400 опыта, да, мне дали всего-навсего за него. Угу. Может, тут все монстры одинаковое количество опыта дают. Ну, слушай, фиг знает. Если бы каждый столько давал. Ну, кстати, я не то чтобы много убиваю, если быть честным. Так что, скорее всего, возможно, все монстры одинаково опыта дают. Вообще не удивлюсь. Такс. Хорошо, хоть тут еще далеко ходить не надо. То я бы намучился тут, конечно. Ну и то, что 150 стамины тоже приятно. Куда же без этого? Так, заем квест. Even we cannot the place you found this. Do you know what it actually is? An ancient and sacred to natives burial ground. As it seems, chasing them away was not enough for some people, like the owner of this dagger. Mm-hmm. He despised life in general and sought ways to make his murders more and more blasphemous. It was not enough to kill on an altar of the old church, so he started killing people on the Indian burial site. And one day, the thought came to his mind that his remains would ultimately stain the once sacred ground. Thus he died by his own dagger. May his name remain forgotten. Это какой-то больной на голову, конечно, типчик. If you listen carefully, you may be able to hear the silent lament of a once noble soul coming from the canyon. Слышишь, какой-то новый NPC? Anything else? Мы еще прокачались с вами, вообще кайф, слушай. Глубокий каньон отделяет город от форта и остального мира, наверняка там что-то есть. Кажись, слушайте, там какой-то новый NPC будет. Какая-то добрая душа, возможно, значит, что там будет NPC. Так. Выскать каньон в поисках проклятого золота. Там духов получил достаточно проклятого каньона. Теперь я знаю, что великое золото. Так, этим я как раз занимаюсь. Давайте прокачаемся. Я думаю, можно максималочку бахнуть в грузчика. Да? Давай. А, я все очки сюда потратил. Жестко. Ну, зато я теперь спокоен за вместилище свое, да, так скажем. С кайфом теперь все вместится в нас. Так, давай продадим что-нибудь. Топорик я пока оставляю. Сердце индиго можно спокойно продавать. Я хотел глянуть... Хотел. Ага, динамит. Вот что я хотел. Вот динамит очень даже нужен. Стрелы можно продать. Эти монетки тоже начнем продавать, они никакой мне ценности уже не это самое. У меня их там скопилось, нафиг, не, они не нужны. Так, коктейли Молотова, естественно, оставлю на всякий пожарный. Вот эта штука неплохая, давай в стэш ее закинем, мало ли захочется воспользоваться, все возможно. Ну и, наверное, пока что все. Даже не знаю.
Скальп. По поводу скальпа. Тоже в стеж закину. Штука тоже неплохая, но, блин. Некуда. Некуда все это дело мне засовывать, запихивать, к сожалению. Так. Динамит давай сюда. Ты что за звуки, как будто там кто-то ходит? Так, ладно, я ничего не слышал. Я ничего не слышал. Нифига тебе стакается. По 7. Вот мое почтение. Жалко, вот хилки, да, не стакаются. Ну, это слишком, да, жирно было бы уже, наверное. Ну ладно, ладно. Понимаю. Так. Что у нас остается? Ты сюда. Патроны теперь по сколько стакаются? А, по 19. Ну, неплохо. Давай все остальное закинем сюда. Мало ли умрем, да? Я как бы не просто так запасы делаю. Если мы погибнем, я хотя бы буду знать, что у меня, если что, есть чем заменить вкусняшки. Так что все хорошо у нас будет. Так, пойдемте в каньон. Как раз сам хотел туда прогуляться. У нас там недалеко босс. Ну, на босса мы не пойдем. Пойдем искать NPC или что это там нас ждет такое интересное. У меня прям руки чешутся почему-то в этот каньон сходить. А, вспомнил, там же должен быть ключ от сейфа где-то. Точняк. Вы мне в комментах писали, что там где-то должен быть ключик от сейфа. Поэтому мы сейчас с вами туда с вами наведаемся. Надеюсь, найдем все ключи этого мира. Я вот только боюсь заодно, что я этот ключ банально пропущу. Потому что, ну... Ну, потому что да. Как бы ключик, наверное, маленький. Тяжело его будет увидеть. И я, мне кажется, вообще спокойно могу его пропустить. Так, вот тут есть вход в пещеру, но меня интересует, наверное, сначала квест, да? Тут что ли, где-то сверху? Сначала квест, потом все остальное. В первую очередь у нас с вами квест. Ой, а где нож? Это скотина такая. Так, главное в жижу-то не наступить. Это скотины, а? Я думал, что он убежал так. А он, оказывается, увидел труп оттуда. И сюда побежал. Это новость, конечно. Так, ну вон там у нас босс. Вон туда, если идти. А вот здесь, здесь что-то интересное. Там что-то интересное. В общем, давайте сейчас в каньоне задержимся. Серия, как обычно, будет длинная. А, мне еще один зон сегодня для вас надо записать. Забыл совсем. Ну ладно. Блять, опасно очень сейчас было. Было бы глупо сейчас помереть, конечно. Ладно, я жив. Это главное. Ага. Опять этот типочек ходит. Понятненько. Что у нас тут? Какие-то заброшенные постройки. Мусор повсюду валяется. Мусор меня не особо интересует. Да. Такой себе тут, конечно. Движ. Так, вот тут куда-то проход есть. Давай глянем. Так, это, возможно, проход в форт, что-то мне подсказывает. Ну-ка, дай-ка глянем. Мне же интересно, куда это выведет. Далековато, конечно, идти, но... Чисто ради интереса, мне кажется, это в форт выведет. Помните, там в одной из башен был спуск? И мне кажется, этот спуск как раз-таки ведет сюда. Или нет? Сейчас узнаем. Мне кажется, да. Почему нет? Почему нет, если да, правильно? Так, ага, тут можно куда-то спуститься. А, да, невидимые текстуры. Отлично. Пытаемся. Так, и
прав я был или нет. Сейчас мы с вами все это дело узнаем. Так, лучше пересяду на всякий. Или нет? Да, я, кажется, слушайте, был прав абсолютно. Это у нас с вами в башню заход. Да, это у нас с вами в башню заход, смотрите. Угу, все. Я свой интерес утолил. Это не может не радовать. Пойдем тогда спустимся вниз. Так или иначе, я не зря сюда сходил. Во-первых, золотой опыт. Во-вторых, тут еще лут есть 100%, потому что я вот тут, видите, спуск есть полноценный. Вот тут где-то вот лесенка. Пойдем глянем, что нас тут ждет. Что-то, мне кажется, должно быть вкусное. Так, а что по мобам? Вижу только спальник. Ладно, спускаемся. Это безопасная зона? Что ли? Bullets, arrows. Need them all. Так. Это мне спальник? Да, это безопасная зона. Окей. That will come in handy. Лутаемся тогда и валим отсюда. У нас еще есть чем заняться. Так, отлично. Ага, и мы с вами вылазим. Понял, а что с вами вылазим? Опасно. Да уйди, блин. Так, нам надо с вами убить, получается, еще индиго одного. Индиго. Тут еще есть мобы, я бы сначала их всех убил, потом бы индиго занялся. Это он там ходил? Хер знает. Ладно, берем дробовик. А, вот что мне надо. А, так мне надо было просто вот эту звездочку залутать и все. Блин. Ну что, может, все-таки шахту тогда исследуем? Как-то обидно будет шахту не доисследовать, да? Смысл я тогда сюда ходил. Давайте доисследуем шахту. Ну окей, получается, еще одну реликвию нашли вот так вот быстро. Блин, мне всегда кажется, что они должны как-то охраняться, а по итогу, да, как получается. Раз, два, и все готово. Все уже имеется у нас. Ну ладно. Так. Что это за крюк такой? Или ничего интересного, да? Кажись, ничего интересного. Угу. Просто пустая область. Абсолютно. Абсолютно пусто. Так, нож. That's a nice little thing. Золотая чаша, золотая. Так. Ну тут какая-то поножовщина произошла небольшая, судя по всему, да? Кажись, да. Сколько стоит? 16 баксов. Не, мне такой мусор не нужен. Ну все, получается. Хата залутана. Ну как залутана, там толком ничего не было. Так, а где индиго ходил? Я тут как с дробовиком хожу. По стелсу. По стелсу? С дробовиком. А, вон он. С дробовиком по стелсу. Да, есть такое. На всякий случай возьму все-таки пистолет. Сначала из пистолета постреляю, как обычно. Воу, он так умеет. Что, ну, что за новость такая? Спускаемся. Ждем, когда он к нам подойдет. Или он отстал? Ну, он умедивил меня, на самом деле. Он погиб, что ли? Ой. Пацан-то погиб. Вот это вроде у него слабое место. Вот сюда надо стрелять. Видите, у него тут голова такая. Кстати, духи исчезли. Вот это интересно. Я не знал, что индиго и так умеют. Мы до этого с вами сейчас сражались с ними. Они так вообще не это самое... Даже не пытались каких-то духов здесь призывать, да? Что-то как-то резко и безосновательно вот тут устроил, медвеж. Ладно.
Запомнил, записал. Нож в сердце. Так, судя по всему, все, больше ничего нету. Это вся пещера, она круговая. Да, она закругленная. То есть, в принципе, здесь больше лутать нечего. Только вот здесь осталось место. Какая-то кухонька. Шкаф. Стойка с оружием, да, есть. Так, спальник. Спальник с лутом. Это мне надо. Такс. Тут вроде ничего нету. Тут вроде тоже ничего не вижу. Так, и вот здесь еще закоулочек. Ну, кстати, пойдет. О, так нифига себе, не, вообще пойдет достойно. М? О, пистолет. Ну, это как мой. Надо просто патроны было достать, да, 22. Угу. Все. Можем уходить отсюда. Это не серебро, да? Ну, вот такая вот пещерка, один индиго. Ну и все получается. На этом приключение заканчивается. Ну ладно, пойдем еще вон тех мобов убьем. Пойдем зададим квест и на этом сегодня закончим. В принципе, неплохо прогулялись. Выполнили с вами целых два квеста. Очередных, да? Все, я уже схватился за топор. Пора. Пора рубить. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Опасно. Было опять опасно, как обычно. Тупость не знает границ моя. Ну, все, все, чё, а ну, а чё, собственно, и нет. Чё они тут делали вообще? Кучу коров охраняли? Серьезно? Ой, коров, лошадей. Кучу лошадей охраняли. И все? И все? Ну ты что-то разочаровываешь меня. Ладно, пойдем сдавать квест. Мы сюда еще вернемся в следующей серии обязательно. Или куда нас там отправят. Я бы здесь, конечно, хотел долутать. Здесь еще есть одна пещера. Но я не знаю, сколько она глубокая, не знаю, сколько времени это все дело займет. Поэтому, к сожалению, пока что мы отсюда с вами уходим. Вот эта вот пещера, я ее подразумеваю. Но, да, как я и сказал, пока что, к сожалению, придется уйти. Ну, ничего страшного. Мы еще сюда вернемся, так или иначе, потом сюда идти босса убивать, да? Время, так сказать, найдется на все это дело. Я любитель досконально все поисследовать, изучить. Не смогу себе отказать, так или иначе, с этим удовольствием. Так. Тишина, спокойствие. Сейчас всю нежить с вами поубиваем. Потом вообще с кайфом здесь жить можно остаться даже, да? Остаться какую-нибудь девочку себе найти хорошую. Только желательно не вот это вот, какие тут водятся. Так, ладно, давайте поторгую потом. Давайте мы просто сейчас дадим квест. We hear buzzing. This badge belonged to the last sheriff of this little town. He was as brave as he was oblivious to the real danger. His beliefs in justice and law allowed him to resist the curse for longer than almost anybody else, and yet he fell into the spiraling depths of paranoia. Everybody was a suspect. Everyone could be plotting something evil behind his back. He died fighting cultists he followed into a canyon, not seeing the evil right under his nose. А мне интересно, а мы вообще что-то за это получаем? То есть я вот я нахожу артефакты, сдаю ему, я же никакие бафы не получаю. Возможно, опыт, кстати. Возможно, опыт, и все. Ну фиг знает. О, та самая ферма. It's been shrouded in a veil of darkness for a long time now. Вот куда мы с вами отправимся. Anything else? Да, в следующей серии мы с вами отправимся к ферме, потому что если мы туда сходим, получается, мы все здесь вообще, все гештальты, так скажем, да, закроем.
То есть захоронение мы были, в башне мы были, в городе мы были, ферма остается, в шахте мы были, в форте мы были, в каньоне были не до конца. То есть осталось здесь довольно-таки мало лох. Но как я знаю, это далеко еще не все. То есть кроме вот этой карты будут еще две другие, если я не ошибаюсь. То есть это далеко не вся карта, не вся игра, поэтому так или иначе еще будет чем заняться. Но на этом я с вами прощаюсь. Кто впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте прожимать колокольчик, ставьте ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.